Можем начинать церемонию! Немедленно прекрати меня позорить. Стань нормально. Ладно, ладно. Только не злись. Дети мои, я должен задать вам главный вопрос. Готовы ли вы стать мужем и женой? Я просто обожаю свадьбы. На них всегда можно украсть что-нибудь ценное. Теперь пришло время обменяться кольцами. Бинго! Эти колечки с бриллиантами стоят целое состояние. Я должна их как-то заполучить. Любимая, это твое. Дорогой, оно прекрасно. Все это очень мило, но ваши кольца переходят ко мне. Мамочки! Что происходит? Это ограбление! Бежим отсюда! Эти драгоценности тяжелее, чем я думала. Эй, отпусти меня! Упс, ошибочка вышла. Пойдем поскорее в нашу квартиру. Это еще не конец. О, я придумала новый план. Ура, вот мы и дома. Эми, у меня для тебя есть подарок. Подожди, давай для начала спрячем кольца. Точно, отличная идея. Спасибо, милый, я положу их в наш семейный сейф. Это самое надежное место. Там они точно будут в безопасности. Все, готово. Вау, это мне? Ничего себе, какой огромный подарок. Давай его сюда. Мне уже не терпится посмотреть, что же там внутри. Одну секунду, сейчас я его открою. Еще чуть-чуть. Вот так, разрывай бумагу на части. Когда я уже доберусь до подарка? PlayStation 5! Спасибо, любимый, я так давно о ней мечтала. Сможем играть вместе. У меня для тебя тоже есть сюрприз. Ну же, открой его. Тест на беременность? А две полоски означают... Я стану папой! У нас будет ребенок! Смотри, там еще один подарок. Действительно. Интересно, кто его нам прислал? Не знаю. Да и какая разница. Давай просто его откроем. Ого, а он тяжелый. Ставь его сюда. Наверное, там что-то очень прикольное. Посмотрим. Что это за дым? Я засыпаю. Отлично! Мой план сработал. Никто не может устоять от соблазна открыть красивую подарочную коробку. У меня не так много времени. Нужно действовать. Ой, падаю! Все нормально, я в порядке. Просто немного запачкалась. Где же могут быть их колечки? Ну, конечно. Спорим, что они положили их в сейф. Надежный тайник. Вот только вы не учли то, что я умею их взламывать. Сейчас попробуем подобрать пароль. Все, мне пора идти. Я опаздываю на свадьбу. Где мои вещи? Что это за шум? О, нет, Шансоник проснулся. Стоп. А почему она на меня никак не реагирует? Эй, я здесь. Ты меня видишь? Где мои вещи? Да не знаю я. Фух, кажется, он спит. Так, вернемся к нашему сейфу. Откройте дверь. Тут закрыто. Так просто невозможно сосредоточиться. Придется его разбудить. Проснись, очнись, опомнись. Всем доброго утречка. Вот, я открыла для тебя дверь. Большое спасибо. Тогда я пошел. Наконец-то. Больше никто не будет мешать мне подбирать пароль. Я не понял. А что она здесь делает? Руш! Тихо, не шуми. У меня к тебе вопрос. Что? Что еще тебе от меня нужно? Опс. Рад был повидаться, а теперь лети к себе домой. Странная она, конечно. Пойду еще немного посплю. Что-то я уже изрядно проголодалась. Что там у нас дома есть из продуктов? Пора приготовить себе диетический легенький перекус. Давно я уже ничего не крушил. Нужно это исправить. Вот и мое лего. Сейчас я построю из него себе целый город. Все это выглядит очень аппетитно. Можно приступать? Бойтесь, Шансоник приходит на охоту. Это все только мое. Я ни с кем не поделюсь. Где-то мое любимое пирожное. Я иду за тобой. От меня не спрячешься. Попалась. Этот город живет своей жизнью и даже не подозревает, что я собираюсь его уничтожить. Вот тебе. Я разрушу тебя до основания. Помогите! Ай! Как же это вкусно! Я просто не могу остановиться. Дайте сюда эту сочную брокколи. Фу, это было ошибкой. Нужно заесть сладеньким. Жалкие людишки! Называете меня Шансоник, уничтожитель городов! Думал от меня спрятаться? Не выйдет. Вас уже никто не спасет.
Только не это. У меня закончилась еда, а я все еще не наелась. Ты станешь моим обедом. У нас закончилась еда, а я очень хочу кушать. Ни слова больше. Я схожу в магазин. Супер. Вот список продуктов, которые нужно купить. Ничего не забудь. Окей, я понял. Держи список. У меня феноменальная память. Придется воспользоваться порталом. Потерпи, любимая. Я туда и обратно. Договорились. Кто это пришел? Я никого не ждала. Сейчас, уже иду. Здравствуйте. Вас беспокоит служба по ремонту сейфов. Вот наша визитка. Держите. Ремонт сейфов? Окей, проходите. Благодарю. Я снова в деле. Ладно, не буду вам мешать. Занимайтесь. А я пока пойду почитаю свою книгу. На чем я там остановилась? Нашла. Терпите, колечки. Скоро вы будете моими. Подождите. А что вы делаете? Тестируем сейф на прочность. Ладно, вам виднее. Есть! У меня получилось! Нет! Этого не может быть! Что это за мусор? Где их драгоценности? Это начинает меня очень сильно злить. Скоро будем кушать. Где ваши обручальные кольца? Ой, даже не знаю. Вспомнила. Внимательно слушаю. А вот и я. Я принес целую кучу продуктов. А это еще кто такой? Я мастер по ремонту сейфов. Серьезно? Да что ты говоришь? А если сделать вот так? Руж? Как тебе только не стыдно? Подождите, я все могу объяснить. Тебе уже пора. Счастливого пути. Вот надоедливая. У меня уже вот-вот должны начаться роды. Что же делать? Ты готова? А я готов. Тебе удобно. Чем я могу помочь? Главное, не нервничай. Тебе сейчас нельзя. Все будет хорошо. Отставить панику. Любимый, ты не мог бы принести мне еще одну подушку? Конечно. Вот. Я взял побольше, на всякий случай. Лови. Ты просто лучший. Я стараюсь, любимая. Я сделал что-то не так. У меня начались схватки. Нужно ехать в больницу. Я мигом, родная. Уже почти все собрал. Есть. Нельзя терять время. Погнали. Ты никого не забыл? Ошибочка вышла. Как же сложно двигаться. Лучше помоги мне подняться. Прости, любимая. Пойдем. Я вызову нам такси. Не волнуйся. Вещи у меня. Наконец-то они ушли. Теперь я смогу спокойно обыскать их квартиру. Ай! Дурацкая страховка. В магазине мне обещали, что она меня выдержит. Я поставлю им одну звезду. Будут знать. Детка, я привез тебя в больницу! Это невозможно. Где доктор? Дурацкая штора. Зачем было ее сюда вешать? Шинсоник! Доктор Эггман! Давно не виделись! Я недавно был на рыбалке. Я вам не мешаю? Нет, точно! Совсем забыл! Так вот, я закидываю удочку. Прекратите отвлекаться! Давайте сделаем вам УЗИ. Внимание на экран. Это ваш малыш. Боже, он такой милый. Шинсоник, я тебя поздравляю. Напоминаю, что роды здесь у меня. Началось. Я с тобой. Тушься. Да я пытаюсь изо всех сил. Ой, что-то мне нехорошо. В этот раз я хорошенько подготовилась. Я взяла с собой мощнейший металлоискатель. Yes. Он обязательно поможет мне найти мое сокровище. Начнем процедуру. Давай, мой хороший. Найди место, где они прячут свои кольца. Металлоискатель что-то засек. Я отчетливо слышу сигнал. Ошибки быть не может. Кольца в одной из этих подушек. Придется пересмотреть их все. Выбора нет. Будем делать операцию. Давай, подушечка. Покажи мне, что у тебя внутри. Здесь только куча перьев. И больше ничего. Опять неудача. Ничего страшного. Проверим следующую. Иди сюда. Показывай, что ты от меня скрываешь. Это что, шутка? Здесь тоже всего лишь куча этих дурацких перьев. Быть такого не может. Спокойно, Руж. Держи себя в руках. Все в порядке. Я их всех сейчас уничтожу. Получайте! Добро пожаловать домой, малыш. Теперь ты будешь жить здесь с нами. Что это такое? Где вас так долго носило? Я уже вскрыла все подушки. Куда вы спрятали эти дурацкие кольца?
Дорогой, покажи ей. Она от нас не отстанет. Подержи малыша. Руш, что ты здесь устроила? Я жду ответа. Ты невыносима. Все очень просто. Кольца лежат в коробке, а коробка стоит под кроватью. Видишь? Какие же они красивые. Руки прочь. Ты об этом еще пожалеешь. Я слежу за тобой, понял? И за тобой тоже слежу. Малыш просто очаровательный. Наша битва еще не окончена. Да уж, и куда нам от нее спрятаться? Милая, садитесь с малышом на диван. Вам нужен отдых. А где он будет спать? У нас нет кроватки. Ни о чем не беспокойся. Сейчас все будет. Дай мне несколько минут. Только себя не ударь. Я это сделал. Детская кроватка готова. Браво! Ты молодец! Где наш ребенок? Куда он пропал? Ищи его! Как он там оказался? Малыш, мы идем! Его тут уже нет! Я его вижу! Он на диване! Бежим! Котик, ты нас очень напугал! Опять исчез! Все нормально, он в своей кроватке! И в кого он такой шустрый? Мы привыкнем! Нам все равно нужна будет помощь! Давай найдем для него няню! Мамми Лонглегс? Нет, это не подходящая кандидатка. Смотрим дальше. Я ничего не вижу. Почему здесь такой мелкий шрифт? Любимая, мы так никого и не выбрали. И что будем делать? Даже не знаю. Ты слышишь? Кто-то пришел. И кого к нам принесло? Я слышала, что у вас открыта вакансия. Я сертифицированная няня. Дорогая, тебе она никого не напоминает? Это сердечко и крылья. Это Руш. Тихо, не нужно кричать. Проходите, подождите нас, пожалуйста, на диване. Идем за мной. Нам нужно спрятаться. Я не понимаю. Вот здесь отличное место. А теперь просто следи. Они купились. Пока никого нет, нужно обыскать всю квартиру. Я не отступлюсь, пока не найду эти кольца. Может, они их спрятали в шкафу? Пусто. За диваном только грязные салфетки. Гадость. Тише! Ты чего кричишь? Замолчи! Ай, падаю! Нужно успокоить малыша. Стой здесь и смотри. Тише, солнышко. Не плачь. Засыпай. Сработало. Продолжим поиски. Я еще не проверяла на этой полке. Ну же, будьте тут. Пусто. Как же меня это бесит. В прошлый раз Шинсоник доставал коробку из-под дивана. Почему он снова плачет? Наверное, он уже проголодался. Иди ко мне. Не переживай. Сейчас тетя Руш тебя покормит. Я подготовилась и взяла с собой немного сухого молочка. Осталось только развести его водой. Видишь? Она просто идеальная няня. А кто это у нас сейчас будет кушать? А пока ты пьешь молочко, то тетя Руш попытается найти кое-что очень ценное. Тетя Руш заслужила на небольшой подарок. Нужно делать ноги. Возвращаю вашего ребенка. Останови ее. Стой, не уходи. Не бейте меня, я не хотела. Успокойся, мы хотим предложить тебе работу. Это у меня будет такая зарплата? Я согласна. Где подписать? Готово. Поздравляю, теперь ты няня. Я за ним присмотрю. Мы это сделали. Опять кто-то пришел. Сегодня у нас много гостей. Приветствую, я пришел поздравить малыша с днем рождения. Заходи. Вам разрешается задуть свечку вместо него. Сынок, с праздником. Соник, что с ним? Ему конец. Это все ты, Эггман. Я? Это ты его прикончил. Спокойно, без профессионала тут не обойтись. Алло, Соник был убит на собственной вечеринке. Уже еду. Скорее, мы ждем. Детектив Эмбер к вашим услугам. Он просто умер и все. Вот тело, разберемся. Так, для начала изучим место преступления и осмотрим убитого. Да, дело не из простых. Так, чтобы к телу никто не приближался. Есть, теперь к уликам. Ага, интересно. Что за будильник? Без понятия. Первый раз вижу. Друзья, напишите, что, по-вашему, здесь делает этот будильник. Ну-ка, что тут у нас еще? Ага, пуговица. Вот это уже зацепка. Давайте проверим, кто ее потерял. Нет, не Эми и не Наклз. Доктор Эггман, поздравляю. Вы подозреваетесь в убийстве Соника. А я говорил. Ну, это не я. Нельзя верить злодею. Полиция разберется. А пока надевай. Вот это сходил потусить. Садись, док. Но я его не убивал. Честное слово, детектив.
Вы должны мне верить. Посмотрим. Сейчас ты мне все расскажешь. Ой, ай, слишком ярко. Говори, ты разделался с ежом. Это не я. Опс, традиция. Не люблю яркий свет. Итак, следственная версия номер один. Подозреваемый доктор Эггман. Все началось еще в твоей научной лаборатории. Ты работал над своим новым изобретением. Она готова, моя прелесть. Моя пушка для увеличения предметов. Я буду звать тебя Дженнис. Давай, дорогая, покажи, на что ты способна. Да, работает. Я гениален. Идеальный размерчик. Эй, ах ты подлый воришка, верни печеньку. Много сладкого вредно. Я покажу тебе, что вредно. Остынь, док. О нет, моя Дженнис, только не моя малышка, прошу. Ты сказал Дженнис? Заберешь еще раз, опа. Мио Белладонна. Так-то лучше. Подлый разрушитель. Я защитник добра, чао. Мама Мия, бедная Дженнис. А хвост Соник за это ответит. Я ему отомщу. Соник, это я, твоя смерть. Соник, загадывай желание. Готово. С днем рождения. О, обожаю подарочки. Сегодня все для тебя. Что же там? Твой конец. Вот так ты все провернул, доктор Эггман. Убийца. 100% он. Нет, все было совсем не так. По правилам нужно выслушать версию подозреваемого. Можешь говорить. Спасибо. Я был в своей суперкрутой научной лаборатории и работал над своим новым изобретением – мегаувеличителем 3000. Какой умник писал эту инструкцию? Ничего не сходится. Все бесполезно. Это провал. О, моя печенька. Последняя осталась. Я такой голодный, что съел бы слона. Я возьму. О, нет, мое печенье. И это твой ланч? Не смеши меня. Я просто хотел. Вижу я, что ты хотел. Как сделать увеличитель предметов? Ну-ка посмотрим. Ага, все понятно. Ты точно что-то запомнил? Легкотня. Как он ладно справляется. Держи свою Дженнис, Эггман. Браво, Соник! Я так счастлив! Спасибо! Рад помочь, покеда. Пока, ежик. Проверим пушку. Воу, да! Мега-печенька на блюдечке! Съем всю до последней крошки! Соник меня выручил. Вот доказательство. Дженнис цела, а это подарок для ежика. Звучит правдоподобно. Да и против доказательств не попрешь. Ладно, док оправдан. Согласна. Да, он не виноват. Значит, будем искать дальше. То-то! А то сразу Эггман виноват. Итак, осмотрим место преступления еще тщательней. А это у нас что? Вижу какую-то ниточку или волосок. Она слишком маленькая. Не рассмотреть. Эй, Эггман, увеличишь? Вдруг это зацепка? Да без вопросов. Сейчас все будет. Странно. Не срабатывает. Лайков не хватает. Друзья, если хотите помочь нам в расследовании, поставьте 10 тысяч лайков, и пушка сработает. А пока поищем еще. Так, интересно. Кусочек бинта. Откуда он здесь? Наверное, с моей перевязки оторвался. А вот и наш подозреваемый номер два. Угодите-ка, а хотел все на меня спихнуть. Обманщик, это ты убил Соника. Да я б скорее с тобой разобрался, усач. Ты че обзываешься, ехидна красноносая? Хватит, Наклз, пойдем. Соник мой друг, зачем мне его убивать? Вот сейчас и узнаем. Итак, ехидна Наклз, сейчас я расскажу, как ты Соника убил. Ты был на тренировке, отрабатывал удары. Есть! Я суперсильный и мега выносливый! Получай! Ха, так-то! Кто силач? О! И это называется гиря. Больше похоже на воздушный шарик. Есть что потяжелее. Эти мышцы крепче стали. Моя чудесная лапка! Бывает. Ах ты! А извиниться! Ай! Ну ничего, я тебе еще покажу, как лапы ломать. Это будет твой последний подарок, ёж. Загадай желание, Соник. Готово. Это тебе, друг. О, обожаю подарочки. Что же там? Не понял. А где подарок? Вот, получай. Так ты все и провернул, убийца. Да кто ж такое простил бы?
Чего? Это клевета. Дайте я расскажу правду. Ну давай, попробуй оправдайся. Мне стыдно, но я должен признаться. Я действительно был в спортзале, но чувствовал себя ужасно уставшим. Даже у суперсильных ехидн бывают минуты слабости, знаете ли. Ай-яй-яй! Помогите! Кто-нибудь! Дружище, пойдем, я тебе помогу. Садись вот так. Аккуратненько. Перелома нет, но ушиб сильный. Нужна повязка. Перебинтуем тебя как следует. О, больно. Немного отдохнешь и будешь как новенький. Считай, что тебе повезло. Вот так, чтобы веселее было. И не перегружай себя больше тренировками. Всем иногда нужен отдых. Спасибо, Соник. Вот так все и было. Это мой подарок для Соника. А вот доказательство, что я не вру. Верю. Придется искать дальше. О, лайки есть. Шикарно! Лайков как раз хватает, чтобы мой увеличитель сработал. Эй, Кэп, Дженнис ждет. Давай, док. Одну секунду. Есть. Все-таки это волосок. Только чей? Не мой. Розовые волосы у Эми. Эми Роуз, ты подозреваешься в убийстве Соника? Нет-нет, я его не убивала. Да чтобы я убила Соника? Да ни за что! Молчать. Вот как ты все устроила, Эми. Ты готовила вечеринку в честь дня рождения ежа. Украшала зал перед приходом гостей. Ты хотела, чтобы все было идеально. Заказала и развесила тематический декор. Приготовила любимые пирожные Соника. Фух, хорошо, что они получились. И когда оставалось только повесить шар... Какая красота! Появился Соник. Приветик! А что это ты тут делаешь? Ой! Бррр, ты все испортил! Хе-хе, бывает. Увидимся вечером. Невоспитанный еж, тебе конец. С днем рождения. О, обожаю подарочки. Ну, здесь ничего нет. Где же подарок? Вот он. Получай. Ай! Вот такая история. Эми Роуз преступница. Обалдеть! Вот это поворот! Что? Нет-нет! Все было совсем не так. Я все расскажу. Пожалуйста, разрешите. Ну, попробуй. Спасибо. Вот как все было на самом деле. Да, я готовила все для Соника. Но до начала вечеринки времени оставалось мало, а все выходило из-под контроля. Хоть пироженки получились. А-а-а! Но тут появился Соник. Кто кричал? Эми, я лечу! Цела? Ага! Он просто взял и спас ситуацию. Пироженки тоже в порядке. Он не просто спас пирожные, он спас вечер. Помог все украсить и навел идеальный порядок. Ух, Соник, ты просто чудо. Пойду отдохну. Прелесть! Пироженки на месте, комната украшена. Я невиновна. Ну? Да, не сходится. Пирожные были зачетные. Тогда кто? Ты свободна, Роуз. Будем искать дальше. Да, пойдем и найдем убийцу. Кто мог желать Сонику зла? Кто мог это сделать? На вечеринке было всего 4 человека. 3 из них невиновны. Опять этот будильник. Ого, зазвонил. Ой, это убийца? Вылезай, подлый трус. Давай, иди сюда. Я поквитаюсь с тобой за Соника. Вау, сыщик? А вы чего? Выходи, Соник. Ты ожил. Что тут происходит? Тебя же убили. Да, прямо во время вечеринки. Вы о чем? Расскажи, что с тобой было. Подождите. Никто никого не убивал. Все началось утром, когда я был еще дома. Пам-пам-пам. Соник, мы должны подготовиться к вечеру. Мне нужна твоя помощь с украшением зала. Извини, Эми, но у меня тренировка. И я уже опаздываю. Помогу попозже. Ой, опять все самой. Ни за что не пропущу спорт. Я просто хотел... Да, легкотня. Ловко ты. Держи. Я так счастлив. Спасибо. Обращайся, пока. Вот эта скорость. Ух. Ой, дружище, сейчас мы тебя перевяжем. Вот так. В следующий раз будь аккуратней. И не забывай отдыхать. Вечером жду. Фух, устал. Пора домой. Ой, Эми, я лечу. Оп. Вау. Пироженки в порядке. Спасибо. Фух, ну и денек. Вау, Соник, ты чудо.
Пойду отдохну. Прелесть! Что-то заряд на исходе. А где наш именинник? И тут начали приходить гости, а я не успела вздремнуть. Так хотелось спать, сил терпеть уже не было, а нужно было тусить с друзьями. С днем рождения, ёж! Плюс один год. Тут еще этот торт. Загадай желание. Ну, я и воспользовался моментом. Это займет их на какое-то время. А я улизну вздремнуть. Бедный ёж! Кто его так? Вот такая история. Угу, все. Так ты все сам подстроил. Детектив, его нужно наказать. Ты арестован за ложный вызов и мошенничество. Вы серьезно? Да, будешь знать, как друзей обманывать. Не хочу за решетку! Камера трехместная, а значит, есть где разбежаться. Посмотрим. Нет, слишком мягко. Проверю остальные. А здесь? Нет, слишком твердо. Ну-ка, еще один вариант остался. Так, так, а вот так. Подходит, самое то. Эх, как я скучаю за прежней жизнью. Дорогая Эми Роуз, была бы ты рядом, ты бы точно меня вызволила. Стоп, а это идея. Зашифрую ей послание. Так и напишем. Спаси меня, Соник. Теперь нужно его как-то доставить. Почтовых голубей не наблюдаю. Портал! Точно! Пункт назначения Эми Роуз. Хех, а я не только быстрый, а еще и умный. Бродяга, всякие магические порталы у нас запрещены. Хе-хе-хе. Здесь вообще что-то можно. Запилю-ка сторис. Ой, что это бумажками разбрасывается? Странное письмецо. Посмотрим. Моя фотка. Спаси меня, Соник. Ох уж этот Соник. Опять его спасать. Ладно, жди меня, синий ёж. Какая интересная штучка. А что будет, если... Была не была. Хех. Что? Синий. Я бы туда не лез. А ты смотри сам. Значит, нужно лезть. Как завораживает. Так, а где мой напарничек? Соник что-нибудь видел? Не-а, никаких событий, ни одного. Ой, кажется, время обеда. Живот совсем пустой. Ой-ой. Давай закажем пиццу. Только будет одна просьба. Не рассказывай офицеру Тейлору. Умеешь хранить секреты? Конечно, шеф. Еще как умею. Договорились. Алло, нам, пожалуйста, одну пиццу в участок. Как обычно, да. Доставка еды. Ого, вы быстрые. Все для наших клиентов. Странная мадам. Что с ее глазом? Очнись, это я. Так. Стоп, что это еще такое? Простите, но я заказывал пиццу, а не бургер. Упс, наша оплошность. Минутку, я все исправлю. Приготовься, офицер. А, Эми Роуз, письмо дошло. Задержи дыхание. Отдай пицца. Готово. Святое правосудие. Давай, Эми, разберись с решеткой. С удовольствием. Ух, как я рад тебя видеть. Моя дорогая Эми. Моя колючая Роуз. Почему я не послушал этого хитрого ежа? О, пепперони. Стоп, их уже двое. Дай пять, подруга. Далеко собрались, преступнички. Ой-ой, Эми, покажи ему свой мегамолот. Ха, с большой радостью. Упс, а это уже запрещенный прием. Глупые ежики. Я не хочу за решетку. Переодевайся, ты как раз к обеду. Это совсем не входило в мои планы. Теперь хоть не скучно будет. Ладно, выберу себе койку. Это, кажется, подходит. Фу, сколько здесь мусора. Стой, прекрати. Это моя койка и мои игрушки. Вставай, быстренько. Послушай, дорогой Соник, лучше помолчи. Моя койка, я ее первый занял. Да если бы не ты, меня бы тут вообще не было. Молот. Крутой инструмент. Хи-я. Ой, где он делся? Как это вообще? Посмотрим, кто здесь главный. Никаких драк. Достаточно веселья на сегодня. Конфисковано. Пусть здесь постоит. Хм, молот!
Что за... Давай еще раз. А это уже не смешно. Готов? Голова кружится. Что это было? Попробуй теперь вызвать молот. Нет, только не это. Попробуй объяснить еще раз. Никаких молотков в нашем участке. Конфисковано. Это несправедливо. Молот, молот. Эта штука блокирует телепортацию. Ладно. У-у-у, какая доска. Наверное, быстрая. Я бы прокатился на ней по волнам. Я тот еще спортсмен. Посиди здесь. Офицер! Нет, прошу! Это не игрушка! А что ты мне сделаешь? Закидаешь запасами на зиму? Я сам за себя решаю! Упс! Ой! Мама! Только не это! Сейчас будет нечто! Я его предупреждал! Упс! Помогите! Нельзя бить людей током. За это сажают в тюрьму. Поняла? Как будто одна я тут нарушаю правила. Посидишь, подумаешь. Что? Тейлор, что тут произошло? Фух, мы целые. Это главное. Интересненько. Так, подожди пока. Мне нужно во всем разобраться. Сиди здесь и не шевелись. Тейлор! Как скажешь, офицер. Не шевелиться. Тейлор, ты в порядке? Пульса нет, он совсем не дышит. Тейлор! А это уже плохо. Спокойно, Эми. Может, браслет поможет? Напарник, держись. Что? Да, хорошая идея. Реанимация потерпевшего. Разряд. Еще один. Тейлор, очнись. Прошу тебя. Почему это не работает? Придется прибегнуть к плану Б. Никто еще не смог удержать, помни. Офицер? Вот он и пригодился. Заветный пончик. Надеюсь, поможет. Удачи, шеф. Тейлор, оживай. Давай, нюхай пончик. Вдыхай его запах. Пончик. Жуй, скорее. Фух, он спасен. Ура, сработало. Это было волнительно, если честно. Мы тоже распереживались за офицера. Помни? Кто же еще? Собственной персоной. Чао. Нам тоже пора. Момент настал. Пончик. Что? Майк, скорее, они убегают! Бе-бе-бе, бе-бе-бе, теперь ваша очередь сидеть. Не дрейф, напарник. Мой мощный магнит как раз при мне. Стоять, колючие. Стоп, я не могу сделать ни шага. Конечно, потому что в деле мой супермагнит. Что нам делать? Не знаю. Ай! Нет! Ну что, набегались? Пора обратно. От науки не убежите, мои хорошие. Что же делать? Пс, все под контролем. Забыла про портал? Соник, ты гений! Что вы опять задумали, а? Счастливо оставаться, офицеры. Вперед! С радостью! Погнали! Куда? Они все сбежали! Вот и нет. Смотри, что он забыл. Он точно еще вернется, чтобы забрать свой серф. Надеюсь, ты прав. Стоп, а где помни? Действительно, никого. Была еще третья? У нас отберут наши значки. Мы просто растяпы. Дай подумать, а как она выглядит? Как? Вот же ее фоторобот. Разыскивается помни. Я говорю тебе, это она. А вот и нет. Посмотри на ее глаза, это она. Нет, не она, даже близко не похожа. Это помни, и она идет в тюрьму. Стой, посмотри на фотку. Она как минимум моложе. Это не помни. И что, макияж творит чудеса. Эта девчонка просто фанатка цифрового цирка. Это не она. А я говорю, чего? Помни? Приветик. А вот это и есть наша помни. Не понял. А это что такое? Сейчас узнаете. Помоги мне, могу. Так вам и надо. На первый раз достаточно. Злодейка. Ты арестована. Нельзя дать ей опять уйти. Помни, это было потрясно. Пойдем, я покажу тебе свой шкафчик. Окей. Смотри, как тебе. Вау, какое все красивое. Очень приятно. А можно фотку? Конечно. Улыбочку. Щелк. О-оу. Опять эти вредные копы. О, нет.
О, да, поздравляю, помни, ты арестована. Это я виновата. Упс. Садись, преступница. Мне нужны подробности. Какие еще подробности? Тейлор, ты ее ослепишь. Извините, офицер Симмонс бывает грубоват. Ослепишь? А это идея. Фух, ай, перестаньте. Надень очки, так полегче будет. Спасибо. О, тебе идет. Выкладывай! Ну что за злобный коп? Эх, он неисправим. Эй, моя кричалочка. Ну, раз так. Не надо. Клубничная глазурь. Пойдем, помни, нужно сделать пару снимков для досье. Стой ровно. Вот твоя табличка. Очки уберем. А теперь фотосессия. Ой, понимаю, вспышка. Ну уж потерпи. Оп, еще разок. И еще. Готово, фотки отличные. Заключенная обязана быть в форме. Эй, я ненавижу черный. Шапку не отдам. Это ты зря. Скажи прощай своему любимому костюмчику. Вот так-то. Ах, ты ж противный. Готово. Свежий смузи из костюма не желаете ли? Будешь знать, как противиться закону. За что он так? Помни, ты только не расстраивайся. У меня есть модная идея. Дай мне минутку. Я знал, что диплом швеи мне еще пригодится. Немного настроим. Нитки на месте. Поехали. Это не тюрьма, а пыточная. Все, готово. Надеюсь, этот комбез получше будет. Ой, какая красота. Вау. Тебе нравится? Он замечательный. Только, что это за запах? А точнее, вонь. Упс, после хагиваги не постирали. Возьми зажим. Так получше. Спасибо. Отлично, а теперь обновим фоточки. Придется все же снять прищепку. Нет. Вот так, улыбочку. Хорошее фото вышло. Ну что ж, добро пожаловать в камеру. Пойдем, я тебе все покажу. Входи. Мамочки. Не нужно бояться. Это наш мистер Пухляш. Он тут давно. Отличный парень. Приветствую, мадемуазель. Тут еще кавалер. Твоя кровать там. Минутку, вот твоя постелька. Белье чистое и наглаженное. Я проследил. Ну, пора отдохнуть. Окей. Я и правда устала. Удобно? Да, спасибо. Я тут ночничок прикупил, чтобы не страшно было. А теперь сказка на ночь. Жила-была леди Баг. Она боролась за добро и справедливость. А, ночка прошла спокойно, даже скучно как-то. Почему бы не начать утро с небольшого пранка? Да повеселимся! Тревога! А? Что такое? Доброе утречко! Видела бы ты свое лицо! Не смешно! Эй, где мой яркий комбинезончик? Я не подглядываю. Остался только этот. Ни за что! Что такое? Пухляш опять слезами затопил участок? А, точно, сигнализация. Лучше. Не пугай так. Помни, я постирал комбинезон. Теперь он пахнет попкорном. Запах цирка. Супер. Да. Тейлор, я же говорил, нельзя играть с сигнализацией. И что мне будет? Включить. Выключить. Включить. Выключить. Не с места. Вы окружены. Ага, попался. Вот он с рубильником. Ой-ой-ой. Вперед! Ух, я же говорил. У тебя большие проблемы, парень. Ребята, ложная тревога. У нас все в порядке. Я просто пошутил. В следующий раз не отвертишься. Честь имею. В следующий раз я так просто не дамся. Ребята, а когда завтрак? Что, проголодалась? Сейчас я тебя накормлю. Сори, Пухляш, нужно делиться. Твой завтрак, приятного аппетита. Похоже на овсянку. Но сколько же ей лет? Фи. Ну, годика два. Сам ее ешь. А,
Ай, моя ножка! Вот и сиди голодная. Эх, Тейлор в своем репертуаре. Овсянка тоже может быть вкусной. Нужно только знать, как правильно ее готовить. Запариваем хлопья в кипятке. Добавим немного клубничного джема. Теперь очередь фруктиков. Сделаем симпатичную мордочку, чтобы выглядело не скучно. От овсянки по моему рецепту еще никто не отказывался. Это шедевр.